Так, ну что, ребят, всем салам опять, и сегодня мы будем продолжать делать и получать новые приколы. Так, сделаем сейчас домик покрасивее, ставим, как всегда, тут новые ресурсы и новые шняги. Так, вот у меня есть тут еще три, вот так вот поставлю, так как у меня тут... мешочек, можно так его сказать. И сейчас надо бы пойти поискать еще березы. Береза, кстати, вот у меня выросла. Но ее не так уж и много, так что пособираем. Так, ну уже из-за того, что уже ночь, придется чуть-чуть поспать. И, в принципе, начать кое-что новое. Так как я тут заметил то, что... В принципе, много чего я заметил. Но сделать надо многое. Повторяю. В принципе, я уже насобирал довольно-таки много, большое количество, даже могу так сказать, 2 стака целых березы. И могу сделать прямо сейчас, ну, начать строительство новой штуки. Такой как... ферму. Ну, в принципе, это довольно-таки хорошее решение для меня, потому что у меня и так нету довольно-таки большого количества и запаса всего. Мне придется куда-то либо ходить, либо чем-нибудь другим заниматься, что мне, конечно же, не нужно. И вот. Поэтому вот такое вот решение и есть, чтобы взять и построить себе ферму. Так, давайте-ка лучше не дерево, потому что береза у меня в дефиците. А, и камня тоже нет. Ладно, давайте тогда пойдем покопаемся в шахте, которую я делал. Так, ну получается вот, начинаем делать шахту как бы вглубь. Отмечаем 3, 4, 5, 6. Делаем здесь. И дальше продолжаем. Вот так вот. И, в принципе, у меня уже ломается кирка. То есть, вот тут тоже такое себе штука. Так как ломается кирка, и это довольно-таки плохо. И вот, все, она сломалась. Так, ну давайте-ка сделаем 2, 3, 4, 5. Вот тут факелок, и все. И будем подниматься наверх. Довольно-таки красиво у меня выглядит это все. И что у нас тут есть? Есть. Давайте-ка сделаем, как хотели, фермочку. Так, берем, ставим вот так, получаем вот это и идем наверх. Так как надо посмотреть, есть ли у меня саженцы у меня есть. Это не может не радовать. И у меня как раз таки еще подросли побеги мои. Так, делаем вот так. И все. И срубим чуть-чуть деревьев. Так, ну, наверное, пожертвуем парочками березки. Так, у меня все равно уже 17. Ух, нифига, розовенький. Буду на майбахе кататься, значит. Так, поставлю все остальное. Ну, кстати, береза у меня уже нормально. То есть, у меня уже так какого дефицита нет. Сейчас поплывем, получается, вон в ту территорию. Поищем голубеньких цветочков. Специально, чтобы сделать себе новую кровать. И вот, я уже их вижу. Так, сейчас их соберем по-быстрому. Собираем. Ё-моё, их собрать не могу. Так, там я вижу красные и синие, но они мне уже... Ой, красные и и желтые. Но они мне уже не нужны. Соберем как можно больше вот этих вот. А чем больше, тем лучше, как говорится. И поплывем обратно. Так, у меня вот 10 их. Да, это голубой краситель. Поехали обратно в дом. И вот момент... Что же у нас выйдет?
из таких вот розоватых, голубеньких вот этих вот голубенького красителя. А, я не взял самое главное. Да ё-моё. Ошалели все. Против меня настроены. Вот. Плохие люди, конечно. Так. Все путаю, путаю. Голубенькие шерсть. И у нас получилась новая кровать. Кто это у нас будет? Вот он. Новый член моей семьи. Ну, закончилась еще одна часть. Так что, ребят, до свидания и всем пока.